соглашение о сотрудничестве с 5 субъектами Российской Федерации и Могилевским областным советом депутатов подписано сегодня в рамках 5-го форума регионов Беларуси и России. Подписи под документами поставили в том числе представители законодательных органов Смоленской областной думы, Самарской губернской, Калининградской и Калужской областей, а также представители законодательного собрания Краснодарского края. Главным же событием второго дня форума станет 5-е заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации. Результаты сотрудничества Беларуси и России в агропромышленном секторе демонстрируют в эти дни в Москве. Там проходит 10-й агросалон, куда приехали ведущие производители сельхозтехники из 28 стран мира. Одни из самых ярких – белорусские павильоны. МТЗ специально к выставке раскрасил отечественный белорус. Сегодня на российских полях каждый пятый – именно этот трактор. Гомсельмаш презентует на агросалоне новый уборочный комбайн высшего качества. Новую линейку агропромышленной техники представляет и Амкадор. В Беларуси проходит неделя матери. Женщинам, которые окружили своей заботой 5 и более детей, вручают орден матери. Многодетных семей в Беларуси с каждым годом становится больше. Этому помогает значительная поддержка государства. На депозитные счета семейного капитала уже начислено почти 590 миллионов долларов. На этой неделе во всех городах Беларуси проходят тематические акции, выставки и концерты, посвященные Дню матери.